Всем привет! С вами Алисия. И сегодня я снимаю «Стат без меня» спустя миллион лет. Я уже спланировала свой день. И как бы это забавно не звучало, погнали! Еще недавно исполнилась моя мечта. Я купила книгу из этой коллекции. То есть там была книга «Не сын, не ной». А я купила «Не тупи». Ну, потому что я часто туплю, так что... Вот, не тупи. Вот, и я начала читать. Тут я чуть-чуть совершенно прочитала. Но все равно это не суть. Она очень интересная, очень прикольная. И кому тоже надо не тупить во всех смыслах этого слова, то это прям для вас. Она у меня теперь с ежедневником вот здесь лежит. Можете меня поздравить. Я разобрала себе эти гаусы. Я сидела целых 2 часа. Поверь, сначала искала в интернете, потом я нашла в интернете на страницах нашего учебника эту тему. Полчаса читала и пыталась хоть что-то там понять, потому что написано было максимально непонятно. Вот сейчас я не знаю. Сейчас, кстати, я хочу посмотреть в клонфрейте. У меня там Мэш есть. Я обычно Мэшем не пользовалась, я пользовалась услугами. Сейчас начала пользоваться сам Мэшем. Пароль. Что хотела вам сказать, вот там ничего по математике не задали, но это оказалось не так. Нам задали, получается, 6 номеров и все. Ну, 6 номеров. Ну, на самом деле норм для 2 дней, но у меня 1 лайк. Вот, потому что завтра ко мне приходит подруга, и в Телеграме я, кстати, устроила опрос, так сказать, 24 часа с подругой, на самом деле это будет только 3 часа, но я имела в виду то, что показать подругу, чем я обычно занимаюсь в выходной день с друзьями, допустим. Даже не верю, что вот это вот заняло у меня вот этот, вот это вот, ну, если не считать, что здесь еще штатив стоял, и 2 часа времени. Как вот это вот могло занять 2 часа времени? Вы мне... просто-напросто объясните, как. Кстати, мне очень нравится это зеркальце. Я постоянно вечером в него смотрюсь. Есть такая секретная полочка, вы, кстати, этот шкаф очень часто видите, по-моему, в этом видео. Вот, здесь у меня кукла. Я практически, кстати, все игрушки сейчас на даче, и эта вот кукла, это особенность. Вот. А, ну еще у меня есть вот это вот. Ну, рассуждать еще можно так долго. Но суть того, что мы в тетради все по математике потеряли, я не стала брать 12 листов и решила, что возьму лучше свою.
спою. И вот я сейчас думаю между вот этой вот тетрадкой и вот этой вот на 96 листов тетрадкой. Какую мне выбрать? В итоге решила вот это вот. Погнали. Половину домашнего задания на четверг. И сейчас буду снова прибираться. Вот. Это мой беспорядок. Вот. Половина домашнего задания. То есть еще ровно столько же. Надо будет мне сделать завтра с подругой. Черновичок. В общем, сейчас поставлю штатив и буду вам все снимать. Да, и я вернее допиваю. Сейчас будем оформляшкать. Но это не то, что вы подумали. Сейчас я буду делать такой конспект по математике. У меня здесь есть вот такие вот... Ой, по информатике. Есть вот здесь вот такие вот листочки. В клеточку. Мне они очень нравятся. Я хочу на нем сделать конспектик. Чтобы... кушать гигабайты, мегабайты, ну и т.д. Для оформления мне понадобится текстоводитель вот эти вот. Зеленый карандаш такой сладковый. Вот он. Черная ручка. И... давайте вот эти вот наклейки. Последнее задание на сегодняшний день, именно задание, это сделать информатику. Я сейчас включаю точку доступа, хотя она включена, у меня должно подключиться. Давайте вместе с вами подключим. У меня здесь просто так висит. В городе у меня этот проект. Промежуточный результат таблицы. Кто не знает, как бы я, по-моему, в Телеграме об этом говорила, то, что я делаю уже таблицы. Вот, и это моя вторая таблица, а это моя третья таблица. Как бы самое сложное является, по идее, вот это вот. Хотя она не такая сложная, если знать, как делать вот это вот объединение. Вот, здесь объединений нету, а не вот это вот объединение, вот это вот объединение, и все, больше объединений нету. Здесь объединений вообще никаких нету, здесь только цвет был. В общем-то, посмотрите до... Вот это уже полноценный результат. Это первая таблица. А это та самая, которую вы видели,
Это третья, вот такая вот она прикольная получилась. А теперь наконец-то мы выключаем наш компьютер. Ну а на этом всем пока. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. И в общем-то всем пока.